как легко и просто отмыть дишу или миску из-под теста. Просто заливаем все холодной водой и оставляем на полчаса. Весь секрет. Почему важно заливать холодной водой, так тесто не запаривается и оно легче отходит. Результат покажу после. У нас прошло время, выливаем просто воду холодную из дижи. Сейчас покажу результат. Смотрите. Миска чистая, только слегка сполоснуть. И ничего на губке у вас лишнего не останется. Пробуйте, экспериментируйте, в комментариях пишите ваш результат.